Привет! Сегодня хочу рассказать о бесплатных аналогах платных программ для Windows. Начать хочу с раздела графика. Первое приложение – это Inkscape. Inkscape – это высококачественный профессиональный инструмент для работы с векторной графикой для Windows. Официальный сайт выглядит inkscape.org. Здесь можно скачать и пользоваться, программа бесплатная. Здесь описание, поддерживаемые форматы. Следующее, GIMP. GIMP.org, это официальный сайт, здесь можно скачать для Windows. Нужно зайти в раздел Download. Здесь можно с официального сайта скачать для ПК, для Windows последнюю версию. Это растровый графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики, частично поддерживается векторная графика. Еще одно приложение, GIMP Shop, это официальный сайт, также бесплатно, его можно скачать на официальном сайте, кликнув на Git. Шом на эту кнопку для Windows. GIMP Shop – это также графический редактор, наиболее полон по функциональности. Специальная версия GIMP сделана в стиле Adobe Photoshop. То есть внешне стилизован под Adobe Photoshop. Так, еще одно графическое приложение аналог. Это Paint, GetPaint. Официальный сайт gamepaint.net. Здесь можно скачать также редактор картинок и фотографий для ПК, работает на Windows, удобный интерфейс, как нам заявляет производитель, простой, но мощный, удобный редактор графики, позиционируется как отличная замена стандартного Microsoft Paint из поставки Windows. Поддерживаемые форматы BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, TGA и собственный формат из PDN. Основные возможности – это работа со слоями, применение эффектов, работа со сканером и камерой, коррекция красных глаз, масштабирование, возможно расширение складинки. Так, следующее графическое приложение у нас Blender. Blender, либо Blender 3D называется. Это студия моделирования анимации, рендера и постпродакции. Также можно скачать вот официальный сайт. Здесь можно download. Скачать. Можно переводить. Бесплатная, а с открытый источник 3D набор. Так, следующая графическая программа называется GNOME. Официальный сайт gnome.org. Это редактор диаграмм, графиков, схем. Выполняет многие функции Microsoft Visual. Также здесь можно скачать. Еще одно приложение у нас это FastStone. Это просмотрщик, конвертер, редактор и пакетный обработчик изображений. Поддерживает основные форматы изображений BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG и многие-многие другие. Количество и большое количество операций с изображениями поддерживает. Так, и еще одно графическое приложение у нас бесплатное. Это XN Viewer. Просмотрщик графических файлов с
С помощью Xen Viewer можно быстро и легко просматривать, обрабатывать и переводить графические файлы из одного формата в другой. Программа знает более 400 различных графических форматов. Так, следующее у нас это мультимедиа. Так, мультимедиа. Первое приложение это Traverse DAW. Это многоканальный звуковой редактор. Полностью переработан интерфейс, улучшена эргономика, появились возможность менять стиль оформления. Интегрирована запись CD к созданием ток, поддержка расширенной LV2, снижено использование виртуальной памяти при работе с большими проектами. Также это официальный сайт, здесь можно скачать. Следующее приложение в разделе мультимедиа это VLC. VLC Media Player. Проигрывает большинство форматов QuickTime, IV, DVX, Watch, MPEG. Удобный простой интерфейс. Официальный сайт. Здесь можно загрузить. Еще одно приложение для проигрывания видео и аудио. Это KMP Player. Также официальный сайт загрузить. Здесь можно загрузить. Это реклама. Где-то загрузка есть. Foodbug 2000 Audio Player. Бесплатный Audio Player. Поддержка форматов MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, OutRobis, FAQ, OutRU, FAQ, WAV, PAQ, WAV, AI, PAU, SNDS, CBDA, VMA, поддержка Unicode, отличный звук и модульная структура. Так, еще одно приложение в разделе мультимедиа, Audacity, бесплатная редактор аудио, и open source, cross-platform, audio source. То есть это и для Windows, и для Mac, и для Linux есть. Простое средство для записи и редактирования звука. Также официальный сайт области. И есть загрузка. Следующий раздел у нас антивирусы. Бесплатные аналоги антивируса. QuenVin. Бесплатный аналог. Сканер, антивирусный сканер для платформ Microsoft Windows. Также есть официальный сайт, можно скачать бесплатную версию на официальном сайте. Avira, Avast, еще один бесплатный антивирус для ПК, Avast. Официальный сайт avast.ru, можно скачать версию для домашнего ПК. Авира. Так, еще один бесплатный антивирус. Это Авира. Многократно отмеченный и признан 15 миллионами пользователей программы и продукт с функциями защиты от вирусов и вредоносных программ. Теперь оснащается персональным фаерволом и антиспам модулем. Так, здесь официальный сайт.
Это бесплатный пакет. Есть также платные более расширенные версии. Еще один бесплатный антивирус Комодо. Полноценный антивирус включает в себя систему обнаружения вторжений и автоматические обновления. Просто использование. Официальный сайт antivirus.comodo.com. Download free. Так, следующий раздел у нас текстовые редакторы. И первым будет у нас приложение. Приложение Win Text Editor. Свободный текстовый редактор, созданный на основе более старого Win. Ныне это один из мощнейших текстовых редакторов с полной свободной настройкой и автоматизацией. И создано благодаря этому расширениям и подстройкам. Официальный сайт выглядит вот так. Здесь можно скачать само приложение через download и скрипты. На этом же сайте есть. Так, SkyT. Кроссплатформенный текстовый редактор, созданный Нейлом Ходжсоном с использованием разработанного им же компонентного редактирования Синтива. Предназначен в основном для редактирования исходных текстов программы и выполняет подсветку синтаксиса для многих языков программирования. SkyT характеризуется как компактный текстовый редактор для программистов с удобно реализованным сворачиванием кода, развитой подсветкой синтаксиса и другими полезными функциями. Также здесь официальный сайт, на этом сайте можно скачать последнюю версию. Еще следующее приложение это PDF Creator. Вот это официальный сайт pdfforge.org. Здесь на этом сайте можно скачать версию. Создание PDF из любого приложения, способного отправить данные на виртуальный принтер, задаваемые программы. Поддержка шифрования, русский интерфейс. PDF Creator. Следующий, самый популярный из бесплатных аналогов, это OpenOffice. Здесь альтернатива Microsoft Office, поддержка открытых стандартов, полная поддержка русского языка, цветовые схемы. Вот он официальный сайт, и здесь можно скачать все версии. Download, OpenOffice, здесь можно выбрать операционную систему, язык и версию. Так, следующий раздел это работа с дисками. Уже в нынешнее время менее актуально, но тем не менее из одной из программ бесплатных для работы с дисками Deep Burner. Вот так выглядит сайт. Здесь можно скачать бесплатную версию приложения. И еще одно. Это Small CD Writer. Официальный сайт выглядит вот так. Программа для записи CD и DVD-дисков. В отличие от большинства аналоговых программ, Small CD Writer имеет маленький размер, работает без установки и требует места для кэширования файлов. Последняя версия 1.4. Все, на этом пока что все. Если вы знаете хорошие бесплатные программы, аналоги платных, пожалуйста, напишите в комментариях.